Не волнуйтесь, месье. Я цел. Может, лучше займемся поиском полукровок? Терпение, маркиз. Опять это слово терпение. Всегда терпение. Хватит, Джимми, пошли! Давай, я прикрою! Есть, сэр! Мы загнали его! Давайте ходу! Живо! Давайте, ходу! Констебль, не высовывайтесь! Нужно помочь Констебль! Решили пропустить Пинту? Мы встретили сопротивление. Повстанцы, на удивление, хорошо вооружены. Вот маркировка. Узнаете? Один из наших. Где вы это взяли? Идите за мной. Такого арсенала хватит на небольшую армию. Здесь есть вооружение, созданное Орденом. И Грейна даже нашла разрядник. Не знал, что мы теряли партию оружия. Мы не теряли. Вот, помогите-ка мне. Загляните внутрь. Ну что там? Эссекс М-86. Термитное ружье. Его же только недавно испытали. Тут даже номер не присвоен. Как эти образцы попали к повстанцам? А вот это я намерен выяснить. Прошу прощения, сэр. Вас ждут наверху. Наш выход. Мадемуазель требует нашего внимания. Играйна, мы уже здесь! Наконец-то! Вперед! Да где ж вас носило?
Мятежник убит! Рыцари, огонь по готовности! Вас понял. Перезаряжаю! Одного сердника недостаточно. Его необходимо подвергнуть. Больно! Нужно перезарядить. Нужно перезарядить. Вижу их. Нужна подмога. Проклятые повстанцы так и прут. Галахад, они в винокурне. Надо ему помочь. Прикройте! И Грейн, накройте их огнем! Отбились! Несите в дом! Галахад! Помогите завести его! За руки! Аккуратно, месье! Мы их прижали! Готовы? Понесли! У них подкрепление! А тут как на ладони! Вот еще один! Месье, еще несколько футов! Порядок! Игра идет! Помогите сдвинуть шкаф! Славно! Галахад, придумайте, как выбраться. Уже думаю. Куда его ранило? Боюсь, легкое пробито. Вторая пуля в живот. Ты отдыхай, сынок. Все будет хорошо. Повстанцы готовятся к атаке. Вы храбро бились за свободу. Монами. Повстанцы в 100 футах от нашей позиции. Прошу, не мешкайте, Галахад. Галахад, поторопитесь. Кажется, я нашел выход. Всем отойти! Поджигаю!
принесем? Уже не нужно, месье. Оставьте молитвы, Лафайет. Никакой бог уже не поможет. Ладно. Идем. Вот он, госпиталь. До него не больше фарлонга. И эти недоноски будут нас там поджидать. Что за болваны строили этот город? Повсюду тупики! Отлично, срезали путь. Что теперь? Лафайет, монокуляр! Они прячутся за теми колоннами! Продвигаться вперед! Вижу слабое место. Если я заберусь туда, смогу обрушить пути. Играй на Лафайет. Поддержите огнем. Костюм, за мной. Терми! Мятежников убит! Помогите-ка мне! Готовы? Галахад, взорвите мост термитом! Игрейна, Лафайет, готовьтесь. Мы сейчас расчистим путь. Я заложил термит. Прошу, берегите головы! Похоже, повстанцы отступают. Идем дальше. Понял.
Где ваш старший офицер? Вон там. Давай. Сержант. Сэр, что рыцарь Ее Величества? Где охрана периметра? Мы слышали кое-что. Лучше не соваться. Каков смельчак? Вы слышите? Где остальные повстанцы? Именно. Тут все стихло. Это не к добру. Галахад, вы... Я видел. И что? Полукровки. Они на крыше госпиталя. Надо разогнать их. Быстро. Вызывайте. Страж 5. Это Галахад. Как слышно? Сэр Галахад, это Страж 5. Жду указаний. Страж 5. Запрашиваю немедленный сброс сонарного заряда. Подтверждаю сброс гайтон-заряда. Дайте визуальный сигнал для определения цели. Проклятие. У кого передатчик? Возьмите. Мой коммуникатор. Вот парень и пригодился. Наведение на маяк. Бросаю якорь. Сброс гальтон-заряда через 5, 4, 3, 2. Приготовиться! Выключайте все! Путь открыт. Вперед! Узнайте, откуда вылезли эти твари. Я вас прикрою. Месье, вам пригодится. Осторожней, друзья. Конечно, маркиз. Только б сработало.